Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня с вами хочу поделиться моей большой радостью, так как в моем доме появился рукодельный шкафчик. У нас было небольшое пространство, которое было занято разным инвентарем мужа, его охотничьими тоже вещами. И было как-то все неорганизовано, какие-то коробки, он тоже много всего покупает, и коробок стало много-много-много, и получилась такая большая куча-куча-куча, что мне, конечно же, не понравилось. И захотелось мне привести порядок, поэтому мы поехали в IKEA покупать разную мебель, полки, полочки, шкафчики, всякое разное. И купили несколько полочек и шкафчик вот этот в частности, который как только мы собрали и установили, я сразу поняла, что это должен быть мой шкафчик, потому что он беленький, он такой хорошенький. А мужу я освободила другие свои шкафчики и полочки, которые у меня были заняты. И теперь вот эта вот такая большая-большая красота вся моя, представляете? Так, и давайте я вас познакомлю содержимым каждой полки, что у меня как укомплектовалось. Итак, на самой верхней полочке лежат мои начатые процессы. Это не все начатые процессы, но большинство. Вот так они в папках сложены. Я вижу, какой процесс, и могу в любой момент подойти и взять нужный мне процесс. На второй полочке у меня находится большая коробка с тканями, с основами. Туда тоже не все основы поместились, но что утрамбовалось, то и поместилось. В золотой коробке там тоже один начатый процесс. В жестяных баночках ниточки, ленточки, разные мелочи, шармики, красота. Справа в уголку, ну там блокнот стоит и карты цветов. Вышивка тоже стоит одна. На третьей полочке все мои ниточки здесь. Полная коллекция ниток ПНК. Организовала я их вот в такие пластиковые контейнеры, которые идут на защелках. Покупала я в магазине здесь с бытовыми товарами у нас. Купила 5 контейнеров и сюда встали все-все вот так вот бобиночки. Здесь я покупала палитру ПНК уже перемотанную у девочки, поэтому, к счастью, мне перематывать ничего не нужно было, но даже сам факт разбора по номерам, я все цвета разбираю всегда по номерам, так легче искать, у меня весь этот процесс занял 2 или 3 даже вечера, я уже не помню, но работы было проделано много, зато сейчас такое удовольствие пользоваться этими контейнерами, и самое главное, очень-очень удобно. Вот видите, какой хороший контейнер. И, кстати, стоил он очень недорого. Сюда помещается примерно 120. Открытка от Марины, которая она мне прислала. Ниточки ДМС. Почти вся коллекция, немножко не хватает. И в пакетах там у меня неперемотанные нитки ДМС и остатки от шерстяные нитки, остатки из наборов, я их не перематываю, просто в пакете так и лежат. На этой полочке у меня коробка с моими наборами, тоже какие-то ниточки, там анкор, остатки какие-то. И вот в этих двух отделениях там у меня тоже уже складываются наборчики. Вот, кстати, моя новая посылка, где наборы от Панны, еще какие-то наборы, это все там. Есть еще там немножко места, но немножко. Вот такая красота у меня теперь есть. Есть еще место, есть куда расти. Можно и наверх еще что-то поставить. Вот. Внизу еще есть пока свободный такой отдел. Ну, в общем, девочки, я очень счастлива, что у меня все так аккуратненько сложилось, все так хорошо организовалось, и полочка такая нашлась, шкафчик хороший, я прям счастлива. И муж доволен, потому что я ему отдала другой целый хороший большой шкаф, поэтому тоже у него там все хорошо. Вот мой рукодельный уголок преобразился. Рада была поделиться с вами моими новостями. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!